Место удивительное. Если прислушаться, можно услышать цокот копыт. Иностранцы говорят, не хуже, чем в Париже. Но мы-то знаем, лучше. Стоп! Именно здесь началась наша детективная история, в которой было все. Деньги, любовь и целая серия лихо закрученных преступлений. Приветствую вас. Нужно что-то? Вот тут такая просьба, дружок попросил. Можете мне по-дружески вот сделать на таком колечке особую надпись? Вы же такой гравер, такой мастер, а? Удовольствием убью. А дальше-то что будет? Поехали. Долезай в повозку и отчаливай. Дорога – это неизвестность. Здесь может встретиться кто угодно. Это место манило всех советских мальчишек. Особенно, когда на улице промозглый ветер и дождь. Не погуляешь. А тут тепло и уютно. Теплые трубы и просторно. Нужна комната? Или хочешь выпить? Ну, только посидим культурно. Отдохнуть культурно – это понятие из советских времен. Без громких песен, драк и вытрезвителя. Голова прям раскалывается. Ой. Да, ну что, заболел? Ой, надо поверить.